Сегодня на заседании оперативного штаба глава региона Олег Николаев принял решение отменить в республике QR-коды. Но ряд ограничений останется. Люди старше 60 лет должны оставаться на самоизоляции в транспорте, на парковках, в лифтах, в магазинах, в местах массового пребывания людей. Должен соблюдаться масочный режим. Необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра в общественных местах. Сохранился запрет на массовые мероприятия, за исключением тех, которые проводят органы власти и местного самоуправления. Также на заседании было отмечено усиление режима дезинфекции.